ушел, не могу ни название, ничего не понимать. Два мнения интереснее, чем одно. Что можете посоветовать людям, которые хотят приобрести автомобиль Mercedes GL? Купить два сразу. Почему? Один белый, другой черный. Получить двойной кайф. И от белого, и от черного. А ты что скажешь? Брать нужно обязательно. Кому больше эта машина подойдет, на ваш взгляд? В каком смысле? Ну, например, семейному человеку или тинейджеру, я не знаю. По сути, GL это смесь между Lexus 570 джипом, дорожником, и S-класса Mercedes. Средний между двумя машинами. Безусловно, семейному человеку. Безусловно, семейному. Однозначно, да? Но кто реально интересуется, тот с нами советоваться не будет.